На заседании районной комиссии по благоустройству главы городских и сельских поселений доложили о результатах устранения замечаний, выявленных в ходе визита главного государственного административно-технического инспектора Татьяны Витушевой при обследовании территории Ленинского муниципального района. На территории муниципалитета были выявлены следующие недостатки: очаговые навалы мусора, а также ненадлежащее состояние контейнерных площадок в сельских поселениях Володарская, Булатниковская, Молоковская и в поселке Горки-Ленинские, а также состояние детских игровых площадок и неудовлетворительный вид фасадов зданий в поселке Володарское. С точки зрения благоустройства у нас далеко не идеальная ситуация, мы это хорошо понимаем. Конечно, не очень комфортно себя чувствовать в роли мальчиша-плохиша, но, объективно говоря, действительно, работа у нас еще не початый край с точки зрения благоустройства. Поселок сейчас довольно серьезно проходит реновацию такую, и огромный объем работ у нас запланирован, делается, выполняется вместе с застройщиками в разных частях поселка. Ну и нам по своим территориям, муниципальным территориям, достаточно большой объем работ еще предстоит сделать. Значит, 6 предписаний нам выписано. Часть замечаний мы устранили в тот же день, в день проверки. На сегодняшний день из этих 6 2 замечания мы устранили. 2 замечания до пятницы мы доделываем сейчас там, то, что нужно убрать. И по 2 замечаниям там срок поставлен 8 августа, но я думаю, что на следующей неделе мы это все закончим. Также на заседании был рассмотрен вопрос о паспортизации и ремонту дворовых территорий. У нас, значит, 13 дворовых территорий. Так мы разработали. Паспорта мы тоже готовим. По всем практически уже материал собран, но 2 уже размещены, значит, этих паспортов. В соответствии с требованиями Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области, муниципальным образованиям необходимо включить в мероприятие по 10% дворовых территорий. Это 6 основных элементов благоустройства. Детские игровые площадки, площадки для отдыха, озеленение, освещение, информационные щиты, площадки для сбора мусора. По дворовым территориям 6 элементам, которые мы сейчас контролируем. И я контролирую это и докладываю ежедневно. Я не знаю, как мы будем делить. Допустим, у нас 34 запланировано на район эти дворовые территории, которые вошли в эту программу 10. То есть это каждая дворовая территория подразумевает 6 элементов. Правильно? Нам надо как-то объединить с вами главы. У кого-то одна территория есть, но посчитать, что там есть, может выйти туда на место и посчитать, определиться с этими 6 элементами. Где-то что-то не хватает, но не хватает, значит, мы их 100% в этом году не покажем, если какого-то элемента не хватает в этой дворовой территории. Но мы должны стремиться к этим 6 элементам. Нормируемый комплекс элементов благоустройства устанавливается в составе местных норм и правил благоустройства территорий органов местного самоуправления. Дома сдаются, мы можем с вами повлиять, мы можем написать: вы даете мне информацию, я пишу отрицательное ходатайство, что территорию принимать нельзя, потому что она не соответствует требованиям, и поверьте, не будет выдано разрешение на вот в эксплуатацию этой дворовой территории, то есть этого дома. Но эту информацию нужно черпать от вас. Вы дадите? Это вот, нужно доводить не в момент уже сдачи, а в задание, чтобы они конечно делали это все. Сейчас просто нужно с каждым застройщиком обратить их внимание, им как памятки вручить вот этот набор элементов, пусть они вам представляют соответствующие планы, вы будете это контролировать и говорить: нет, этого не хватает, к примеру, не хватает спортивной площадки. У нас все увлечены детскими площадками, забывая там о спортивных площадках. Следовательно, мы говорим, вот должна переформатирована быть территория. Наталья Буслаева, Евгений Петров, Екатерина Чернышова, Видное ТВ.